Українська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, зазнає поразки і перебуває в облозі. Про це свідчить розмова рашистів, перехоплена співробітниками СБУ в Черкаській області. Російським окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні. Алло. Алло. Вікторович, привітаю. Доброго. Короче, здесь я тебе скажу так, прошу прощення. За откровенность. Ну, недавно, смотри, что. Ну, вчера грады, кстати, отработали. Не знаю, походу, ну, мы спрашивают наши, никто ничего не может сказать. Наша колонна осталась, другая поехала, расхерачили ее, град опять же накрыл. Тоже, к медикам я подходил, здесь есть медики 66-й или откуда они там, хрен пойми. Подхожу, говорю, так и так по поводу обморожения. Говорит, а что, у нас, говорит, только бинты, говорит, и все там для 300-х. Я тебе скажу так, обморожение ног у 50% личного состава. Здесь, я тебе скажу, здесь 200-х отправить не могли нормально. Они с нами дней 5 катались. Я представляю. Мы приехали, здесь мороз. Ну, как бы мы вообще ехали с условием того, что у нас было 4 палатки М-30-х. У нас одна палатка. Буржуйки никакой не оставили. Вон, мы вырыли окопы, мы в окопах живем. Под Николаевом, что ли? Да. А где ваши эти офицеры? Кто вас сейчас там рулит вами? Здесь Рязанцев рулит. Приехали, мы его первый раз увидели, он говорит, это было на 4-й день. Он нам, знаешь, что сказал? Ни для кого не секрет, что до конца операции остались считанные часы. И вот они, эти часы, до сих пор идут. К нему ребята подходят, у кого за место бронепластины обычный этот экран кевларовый. Там, товарищ генерал, этот, блин, вот у меня такая-то ситуация. Он говорит, сынок, крепись. И чмо, блин, вонючий. Он говорит, у меня бронежилета нет. Сынок, крепись. Как и всегда, я говорю, даже в Чечне в свое время такого не было. Намного было, и хоть ясно было. Тут такой трэш. Я говорю, нас свой самолет авиабомбы скинул. Ну, это нормально. С добрым утром было. Не знаю, дурдом нахер. Это спецоперация с учетом того, чтобы дома не разрушать. Это все, да это бред. Он как волноваху, пока не разнесут полностью, не перемешают с грязью вместе с жителями мирными, другого не будет ничего. Мы продвигаемся, да, там по телевизору то, что говорят, продвинулись вперед. Ладно, мы просто проехали, а села не зачищали. И сейчас, получается, мы в круговой обороне, потому что по нам со всех сторон херачат. Думали, что как на параде ж проедем, а оно оказалось. Да. У нас задача была на Николаев идти, все, короче, пока Николаев стоим.